Блять, это 1000 лет они могут биться, да, это ж такая хуйня. Да. Ноль Там, ноль. если ты демоном всекаешь, можно и с демоном парень, тоже круто, крутяк, демон фаермаг. Ну или с протоваром тоже супер. Мы тогда с Англием, короче, 6 проигрышей у нас было. Но ничего. Блять, сдохнет он или нет, сука, заебал. Пиздец, просто. Умри, о. По-моему, Бармалейка выиграл. Да. Но ШП и Рогу легче долбануть, чем, допустим, Рога ДЦ. Ну как, тоже можно, просто надо время. Ну чё, ребята? Пробить. Сейчас, секунду. Так, где он тут? Вступил. Опа, прокнул. Сейчас я тебе хапку дам. Так, ты мне будешь говорить, что делать в плане. Ну, ты будешь смотреть, в кого свечится. Ну, просто тут в кого свечится в процессе боя. Вот ты смотришь, что не можем этого пробить, потом начинаем. Я на арене себя веду вообще как, ну, безрассудно. Чаржусь туда-сюда, пока все в КД не уйдет. Ну, тут надо иногда фейкать, иногда надо попрятаться и подождать, пусть против нас выйдут. Сейчас, понимаешь, такие команды играют, типы все одетые, сыгранные. Блин, сложно победить, особенно против хила. Ага. Да, играем в Рогу, ШП попробую контролить. Подожди, не высовывайся, он нас сейчас дотать будет издали. Хорош. Пол, прожимайся. Не знаю, что тебе надо убегать как-то. Пстец. Это не законтролили. Пиздец, вот это они контролят, а? Читает. Рогу добьешь, наверное. Блять, откуда у него бесконечный контроль? Пиздец, бесконечно, без КД вообще. Ты видел, он 2 крюка мне подряд дал. Наверное, лучше в этого ШПшника играть. Наверное, там просто так, блять, как так? Он вот этот, ты видел, вот этот сап 2 крюк, короче, дал 2 раза, блин, считай, без КД, что за херня? Сильно много. Тебя из стана не выпускал. У тебя тринка-то есть на снятие стана? Ты сап не снимай, наверное, ты, когда он стан первый даст. Давай еще. Походу мы против них. Сейчас я гляну, кто тут. Так, кто ж тут? Вар и друид. Ух ты. Интересно. Друид, наверное, эрдру. Ну, посмотрим. Аж трудились, да. Чё, в кого играть? Но
Вообще, мы Рогу должны были вынести, только что-то прям пиздец, они по контролю дали. Я не ожидал, что Рога мне еще даст кучу. Я его вот почти добил. Косарь ХП ставил. Пипец. А, ну, сейчас посмотрим. Наверное, в друида вара как-то по контролик. Надо фир ему дать там. Влететь в него там. Фир дать друида. Но если друид хил, если друид не хил. А хотя в любом случае лучше в друида играть. Ага. Они же. Давай шипешника попробуем убить. Не могу не снять ничего. Короче, он мне такой контроль раздает. Пиздец. Пиздец. Это они контролят. Я ебу. Не знаю, как он так контролит, это просто пиздец. Получается сыграть ни в того, ни в того. У них слишком много контроля. А чё ты скажешь? Давно да не играл не против знаю. Таких команд. Похуй, как-нибудь. Рейтинг 0 на вообще. Ну так надо же его как-то поднять. Трёшка там весело, блядь, там в натуре охуенно. Согласен. Что меня вообще никого не показывает здесь, странно. На этой локации. В идеале, чтобы ты их все на панель выставил, эти штруделя. Да есть. Блин, видишь, я контроль как бы пытаюсь сдать, но в итоге сам попадаю больше в контроль. Ух ты, это Эрдру, нам надо в него играть, но я не знаю как. Они в меня играют. Надо подождать. Сейчас. Я пока что не могу это сделать. Надо подождать. Пока не могу использовать эту способность. Даже не знаю, вар вообще с меня не слезал. Ну а кому еще гадать, не вар же. Так что в таких да сетапах, наверное, надо играть вара, а друиды контролить. Да там в том-то и проблема, что если он форму бревна примет, я не смогу его заовцевать. Ну, давай попробуем.
Сейчас, наверное, вот эти две тимы будут и все. Ну эти суки одеты, у них хп дохерища, и они одеты в плане их прожать очень трудно и долго. Друид вообще походу на хп забился, потому что сильно у него много хп. Там 32к под криком вара, это походу он с ключом ходит и, короче, камни все на хп оставлял. Тоже, если попадается хилый дамагер на такого, это бой может длиться просто до херища времени. Ну в нашем случае нет, блять, мы же два дамагера. Ну да, ну блин, ну рога и шп это меня вообще обижает, чтоб меня рога и шп выносил, это пиздец просто. Да, ничего не сделать. Ну, просто тоже давно не аренил, пипец как давно. И у меня нечем прошибать, видишь, у меня нету талисмана лича, у меня ключ вместо этого. Не влетай сразу, давай подождем, пусть чуть-чуть поближе подойду, чтобы мы увидели. Конечно, приз рогу не захилит, можно было бы в рогу играть, если бы не одно но. Если бы он весь контроль не спускал, получается, что он тупо в тебя играет. Ты его не бьешь, а я только бью. На ниже. Не знаю, в кого играть, в кого играем. Давай, Вара, попробуй. Ну вот и все. Ну вот и все, он меня играет. И не могу друида контролить из-за этой хрени. Могу Вара контролить, точнее друида, потому что вот эта вот херня получается у меня. Тон форму меняет и все, и хана. Пиздец, ты видишь, он на мне сидит по КД. Стан. Ого, хорош. Я через текстуру убил, заебись. Ты видел? Короче, стал я за текстурой. Давай прилив сил юзать за этим, за колонной. Давай хилиться. Я услышал вар что-то кастанул такое, ну вот именно варовское. И меня убило за колонной прямо. Вот это пиздец. Я не знаю, что это было. Но, то есть, вот на мне там висят, похер там, крадево течение или нет. Я вот хилиться начал, я даже увидел, у меня хп начало расти. И тут вар что-то кастанул, и меня через колонну убило. То есть, я не знаю, что это было. Да походу, что чаржнулся, только в итоге он за колонной не появился, а просто меня убил. Потому что я ему стан дал. Как-то глупо получилось. Тебе надо друида пытаться пробить. Вот со друидом сидеть, то что он меня бьет, ну, видишь, он за мной гоняется. Я вообще могу... никак не пробью, потому что нужно, чтобы меня бил кто-то, чтобы реванш хотя бы прокнул. А вар тебя бьет. Ну согласен, ну, блин. Вообще без вариантов. Я согласен, но хоть как-то, потому что, ну, тут просто без вариантов, что
Вар на меня, тебя пытается друид контролить, получается. Я то могу побегать, но я долго тоже не могу жить, если там хил хилит, а мне некого пробивать. Да против двух хилов вообще смысл? Сейчас. Если не против двух хилов, а... То есть против хила это, да. Не, только почему? Я побеждал неоднократно, просто они слишком хорошо одеты. Посмотреть на меня, на тебя, у тебя на варе скорпион, у тебя даже нету этого, там, чешки, воли. У меня тринки нету, чтобы пробивать, у меня шмот такой себе. Вообще не понимаю, зачем вар с друидом аренят, они там походу бисовые. Нахера аренить 2 на 2? Да, просто делать нечего. Ну просто я так в шмот хороший не оденусь. Я на БГ как бы на БГ разных типов наказываю. Бывает и писовых, но блин. Да там просто ДД на ДД. Ну походу рога. А, нет, это не то. Должны же мы победить хоть пару боев. Получается, что все-таки товара, там, вара мы не пробьем. Ты видел, сколько у него хп? У него под 40 тонн хп под бафами. Под друли бафами, криком на хп. У него под 40 тонн, у него прожимки, его друид хилит. Мы его просто не пробьем с тобой. Это надо пробовать за друидом, короче, вот только так. Ну, нет, это не... Ух ты! Ух ты! А ну стой, приз не ДЦ, приз ШП. Бляха, надо в приз ставить. В кого будем играть? Говори. Сознан, давай приз ставим. Вот этих мы должны выиграть. Ну, давай в приз ставим. Блять, это протовар. Я ебу. Пиздец, вот это он в меня ударил. 11к крит. Блять, если бы я знал, что это протовар, я не знал, что это протовар. Тогда надо было приста убивать. Хотя можно было и вара убить. Ну там, короче, этот вар фул ПВЕ. Ну почти. Ну, он меня 12 косарей критом ударил, короче, я умер, я аж потерялся. Давай еще ригнем. Надо с хилом. Вот с хилом это. Ну, понимаешь, мне без вариантов. С хилом аренить это проигрыш. Потому что я по мане сяду быстрее. У тебя рага, тебе похер, а я по мане просто я сяду. Я не говорю, мне сяду. Надо с хилом. Ну вот мне реально взять рейд по квасу, это кто? Демон, Элем, либо Певар. Как ты. Просто вот. Тут чуваки против нас попадают. Не, с рога не вариант. Просто тут чуваки попадаются чересчур мощные. Не одеты хорошо. Ну вот этих последних, блядь, я себе знал, что это протовар. Я думал, это Армс. Это оказался протовар. Я себе только знал. Я просто по-другому от него убегал бы. Паша, еще пробовать. Если они же, то сейчас может реальнее все немного получиться. Там приста можно учпокать. Главное про товару контроль. Кстати, желательно, чтобы ты про товара чаржнулся первый. И дал ему какой-то стан, а потом я овцу ему дам. Потом ты можешь сразу в приста начать играть. Там дело в том, что у меня удар вешает раны. Надо смотреть, когда они спадут. То есть, если ты овцу дашь раны, то она собьется сразу. Ну, я могу тогда дыхание дракона дать. Дыхание тоже сбивается, кровотечение. Нет, 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 не сразу. Там, как у страха, есть определенный урон. Пробуем. Да, надо пробовать.
Приста сложить нефиг. Да, это они же. Нам надо сейчас приста играть. Пиздец, сало мне дал. Ну вот как они меня убили сразу? Ну это невозможно просто, это пиздец. Они меня просто сразу убили. Эта тварь, это просто пиздец. Он мне, короче, я не знаю, как он так бьет. Он мне сходу, короче, вот он в меня сделал чардж. Он меня сделал чардж, получается, сразу. Дал сайленс, у него макрос, короче. Что он чардж и сразу сайленс дает мне. И потом он в следующий удар, пока я в сале от него убегал, он меня опять долбанул, короче, критом по мне шибанул. На 5 минус 12к. Висели доты, шипы, он еще раз по мне ударил, и я мертвый. Тупо вообще разорвали очень быстро. Я даже не знаю, что... Какого хера он так больно бьет? Я он дуэлился против Англива. У него тоже, можно сказать, фул ПВЕ протовар. Он хорошо одетый. Но, бляха-муха, он меня так больно не бил. Как он меня так бьет, я не знаю. Да еще попробуем. Я вообще не видел, чтобы протовары так всекали. У меня РСа 1100. Не должны так больно меня бить. Что там в гильдии нет никого больше на арену? Из протоваров? Ну, либо ты у Англиев, Англиев пошел с Пеппером аренить. Двойку, что ли? Ну да. Добро пожаловать! Ну, сейчас я не знаю в данный момент. Я просто сегодня видел, что он с Пеппером аренил. Да, так быстро меня еще не убивали. Но это ж бред. Как он так критует меня? Это пипец. Вот даже фул ПВЕ. Англиф тоже фул ПВЕ. Он так не бьет. Какого хрена? Ну-ка давай, дверь. Ты с РСом, ты сейчас так сильно по мне бить не будешь. Тот прям нон-стопом за мной бегал, падла. Если я ниже, все равно надо в приста играть. Хотя можно попробовать и в вара, я не знаю. Короче, тайся, в кого тебе удобнее играть, в вара или в это. Мне все равно, потому что если они сейчас выйдут, то он опять будет в меня играть. Я буду бегать. Что это странно, как бы. Чересчур он больно в меня бьет. Это просто вообще пипец какой-то. Так подозреваю, что он в ПВЕ этот протовар, можно его попробовать убить. Для этого надо ШП контролить, я могу ШП контролить, но чтобы это делать, мне надо, чтобы вар от меня немножко отъебался. Вот. Да, это они же. Это не они, опять рога. Ай, зря ты пошел. Блин, надо было, чтобы они начали. Thank you.
Пиздец, он все делает. Там, видишь, я бы их убил, мы бы их убили, и себя бы улучшил дед. Тут просто шмуза решал. Этот долбанный шедерога, я думаю, еще что у него станет, вот эти вот удары в глаз и так далее, подряд столько может взять, долбанный шеде. Ну, видишь, сейчас чуть-чуть лучше было. У них там осталось понты хп в обоих. Да, шеде рулит. Ты просто рано, вот честно, вот сейчас, может, лучше было бы, если бы ты так рано не начал. Ты, получается, как? Нам надо было чуть-чуть подождать, чтобы Рога напал. Потому что я вот не знал, откуда мне бить. Я, получается, сверху хотел начать бить приста, и потом мне пришлось спрыгнуть. Чутка Рогу не добили. Ну да, так и Рогу, и Приста там чутка не добили, там почти уже было. Видишь, мне талика не хватает и немножко шмота получше. И чё, давай еще раз попробуем. Что-что? Че, объект? И объект мне не надо. Кстати, у меня разве объект есть? А, да, есть. Объект не канает, потому что там хаст. Мне надо крит. Чтобы больше дамажить, надо больше крита фаермагу. Я вообще без хосты играю. Там чисто все мгновенками, по большему счету, конечно. Бомба висит, она тикает, она критует, и в итоге прок путь огня появляется, и глыба мгновенно. Ну и плюс огненным взрывом фигарю. Ну, все хорошо. Сейчас надо как-то попытаться навешать бомб. Блять, опять эти. О, в кого играем? Давай в кого? Давай, пускай вар сейчас нападет, давай вара попробуем. Он 3 стана в меня отдал. Ух ты! Как он так больно бьет, объясните мне кто-нибудь. Да не, гейский сетап какой-то. Смотри, это пиздец. Это ты видел, как он быстро убил? О, классно. С тобой надо Рога играть. Да нет. Ой, блядь, этот вар, он бешеный. Как он так бьет больно, это просто нереально. Ты видел, как они тебя быстро просандулили? Этот вар, я не знаю, мне интересно его в кабинете в личном осмотреть. Как вообще можно так жестко дамажить? А вот смотри, вот сейчас он за мной погнался. А кто тебя сейчас контролил? Просто я посмотрел, у тебя хп. ШПшка. Я просто глянул, у тебя вообще половины хп не осталось, когда я вниз спрыгнул, пока ваш за мной бегал. Но он в меня все отдает почти. Почти все. Он меня два чарджа, сайленс отдает, потом вот этот вот удар щитом, который станет. Он меня тупо все отдает. Давай еще две игры доиграем, пускай будет 10. Какой-то минимальный ап даст или не даст.
срога ренить, там печально очень. С тобой можно хила пробить. Можно, просто надо нормально отъебаться второго дамагера. А с рога я хила не убью никак. Там если будет комбат рога, он быстро умрет. Если будет шедевр, он будет дольше жить, он не пробьет. Ладно, булочки давать не буду, мы до этого не доживаем, до булочек. Какая-то покупная же еда есть, которую можно хавать? Нет, нет. На БГ, да, на арене нет. Это привилегии исключительно магов. Это их бонус такой на арене. Они... нет, это не они, сука, опять эти падлы. Ну почему, блядь? Короче, эта волна ни хера не работает. Я его толкаю, он на месте стоит. Да не, с хилом хуйня. Ты... да тут мы бы сейчас слили, друг, блин, ты видишь, я его толкаю, а он на месте стоит два раза подряд. Ну ты прикинь, волну дал, он все равно на месте стоит. Что за бред? Почему в стане его все равно откидывать должно? Оно его не откидывает. Пиздец. Давай, последний бой. Тут волна, я уже говорил, в полете не работает. Ну какого хера? Вот. Я аж специально зашел под него и пытался скинуть его вниз два раза. Нажал волну, а он на месте остался. Потому что в стане стоял, хотя она тоже должна в стане откидывать. Неважно, в стане, не в стане. Оно не откидывает. Бред. Мы бы того друида добили, блин, если бы он за теми коробками не был. Это самая подлючая часть World of Warcraft, когда хил может просто что-то мгновенно делать, бегать как идиот вокруг трубы, а ты не можешь его бить через трубу. Такой вот вара, вот, который последний раз с нами дуэлился, арене, в смысле. Я его один на один, если на дуэль вызову, я его убью. Ну, вармся. А тут получается долбанный хил. Тут видишь, тут нет людей, которые одеваются, вот как мой маг, допустим. Тут тупо все одеты, регают. Ты посмотри на их шмоты, на то, как они дамажат шеемы у всех. Это уже большой разрыв. Потому что вот Талик... блин, я когда-то Талик, интересно, заберу по ПРу, наверное, никогда. Я бы с Таликом всекал бы покруче. Но опять эти двое.
протовар, наверное, опять у меня будет. Я, кстати, на БГ этого протовара делал. Ничего сделать не могу. Даже дыхание дракона вроде в них дал, оно не попало. Не, магу нужен другой класс, там какой-то дамагер, наверное, получше, чем товар. Да нет, про товар нужен. Они просто намного лучше одеты. Я их осматривал, когда они еще ринь. Они у приста есть вообще весь обвес 284 идет. С РС-ки, с лича пуха и так далее. Ничего этого нет. Потом арена этот. Я пока не могу использовать эту способность.